Здравствуйте, вы на компанию ОМЗАП. И очень неожиданно камера к нам подошла. Начнем с того, что как неожиданно, у меня еще и микрофон оказался на мне. Сегодня у нас для вас маленький лайфхак. Что делать, если вы поехали, допустим, с семьей в Крым, у вас жена, дети, и у вас кончилось сцепление на дороге. В какой-то момент вы понимаете, что ваш диск сцепления пробуксовывает. Что в данной ситуации делать? Сейчас мы снимаем сцепление. У нас сегодня Kia Ceed, но я думаю, многие знают, кто-то не знает, что сцепление у нас, что Kia Ceed, что Solaris. Любой механический автомобиль, в принципе, ну, нашего класса, Kia Rio, i30 в старом кузове, да и в новом кузове тоже. Ну, как в новом? Кузов, если не ошибаюсь, GED. Сцепление точно такое же у нас, хоть и коробка там шестиступенчатая уже стоит. Сейчас мы снимем сцепление, и я вам покажу, что делать в ситуации, если вы застряли в деревне Малиновка, а в ней только дядя Вася в гараже. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Дядя Вася нам снял сцепление. Что же делать? Где нам найти запчасти на эту машину? Где купить сцепление? В деревне нету. Ждать от одного дня до недели. У нас отпуск, у нас дети в машине, нам нужно ехать, нас Крым впереди. Что делаем? Дядя Вася говорит, у меня есть решение, у нас есть сцепление от «Жигулей». Начнем поподробнее, рассмотрим наши варианты сцепления. Даже с такой выработкой корзины на лепестках вы сможете съездить в отпуск, либо в Крыму поменять сцепление, либо по возвращению в Москву поменять, ну или где вы живете, в каком-либо другом регионе, поменять на нормальную корзину, нормальное сцепление. Рассмотрим сам диск. Диск у нас наглядно видно, что меньше его диаметра. У нас он меньше. Площадь у нас работы примерно одинаковая. У нас дядя Вася, граждан, у нас нет штангель-циркуля. Мы не будем этого делать. По корзине смотрим. Видно, да? У нас он маленький диск. Накидываем старое. Все четко, ровно. Но у нас оно сгорело. Оно у нас сгорело. Мы его выбрасываем. Берем диск, примеряем к коробке. Шлицы у нас должны совпасть. Дядя Вася сказал, что он делал такое. Наверное. Хотя я сомневаюсь, что в деревне Малиновке кто-то так делал. Обратите внимание. Диск у нас от «Жигулей». По шлицам все совпало. Просто ставим, едем. Жена довольна, дети в восторге. Но по возвращению домой, если живете в Москве, приезжайте к нам. Мы вам поставим новое сцепление. И вы нам скажете огромное спасибо за наш лайфхак. Лайфхак. Вечно хорошее слово. Мне нравится. И поверьте мне, и это работает. Я один раз так встрял. Снял сцепление, пошел в магазин, в автовазовское, и начал просто считать зубцы на витрине. Вот стоял и считал, насчитал. Попросил, дали, проверил, посчитал, поставил, и я поехал. Вас это спасет. Лайфхак закончен. В данной ситуации на этот автомобиль мы будем ставить нормальное сцепление, которое предназначено именно для этого автомобиля. Полный комплект. Диск, корзина, подшипник. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Такого вы еще не видели нигде.